бы одно и то же, который день, который год, но вновь, как в юности, тревожит очередного дня приход. И не сдержать с утра волнения, как будто в этих буднях ты открытия ждешь и откровения, и исполнения мечты. Сегодня праздничный день. Вот и пришла наша большая перемена. Любой урок, любая встреча, всех вкладов на земле ценней. Ведь каждый школьный миг отмечен неповторимостью своей. Школа. 11 лет она встречала нас. И вот и наступило время расставания. Последний день для сына. И мы хотим выразить огромную благодарность нашей администрации во главе с нашим директором Затеевой Тамарой Петровной. Это композиция для вас. Посмотрите, стоят здесь ваши первоклашки, носили ранцы большие, линейки, ручки, промокашки.
мы вас с любовью вспоминаем, такой родной, такой знакомый. Как мама вы к нам относились, и с вами были мы как дома. Мы будем помнить вас так, и память нам не изменить. Выпускники сейчас перед вами хотят колени преклонить. Посеяли в сердцах добро, распознавать учили зло, и справедливостью своей мы покорили всех детей. Хотим счастливы видеть вас. Вика, скажи, у тебя был самый любимый урок? Я любила историю, как и многие наши выпускники. Истории, славные великие даты мы в памяти будем подолгу нести. Почувствуем сердцем, что было когда-то. Представим себе вековые пути. Вика, ты о чем? Я об Онегине. А я о самых лучших учителях русского и литературы нашей школы. О вас, Ирина Николаевна, и о вас, Татьяна Юрьевна. Сочинение это нет для меня, но мы стихи, правда, мы не у нас.
сложное и не всегда понятное. Заглянем в 12-й кабинет на урок физики. Ну что ты сегодня нам напишешь? Напиши ко мне формулу Эйнштейна. Ты знаешь ее? Да. Пиши. Е. Энергия. Большая Е. Да заглавная Е. Е равно. Ты что, не знаешь, как пишется равно? Давайте-ка подумаем, как же у нас пишется равно? Две параллельные прямые. Да не вертикальные, горизонтальные. Е равно масса М. М умноженное на С. Латинская С. Латинская С. Это как С русская. С, С. Все это в квадрате. Двойка в углу, двойка в углу. Мимо, 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 мимо. Максюда. Я уеду жить в Лондон. Макс, ты хоть знаешь, где это? Еще бы. И Париж, и Лондон, и Амстердам. Мне очень близки. Не только мне, но и многим нашим 11-классникам. Мы хотим искреннюю благодарность выразить учителю географии Галине Алексеевне. И сказать спасибо за то, что она может далекие страны и континенты сделать близкими. Здравствуйте, дети. Подравнялись? Садитесь. Кто же сегодня пойдет отвечать? Я думаю, пойдет доске Булатников. Покажи мне на карте, где находится Бразилия. Вот Бразилия. Ну кто же так показывает? Научилась. На уроках английского у Елены Александровны. Спасибо за проведенные уроки. Она любила кофе в обед и по утрам.
больше всего сама. Но она хитрая, словно лиса, меня манили ее глаза. Меня манили ее губы, я ее встретил и замер. Меня манили ее руки, до скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама. А наша большая перемена не закончилась. Поднимаемся на третий этаж, кабинеты 29 и 36. А там работают профессионалы. Старый добрый хард-рок для вас. Жанна Евгеньевна. И Любовь Васильевна. Противогаз наденут и автомат разберут. Проверим. Кто снимает? Потанцует. 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 Чика-чика-чика-чика на Дунай. И нет у меня пятерки в аттестате. А у меня пятерка по химии в аттестате. И многие наши выпускники тоже получат пятерку. Татьяне Леонидовне. И Ирине Борисовне мы говорим спасибо. Итак, дети, начнем урок. К доске у нас пойдет... Так... К доске пойдет Бочарова. Нет смысла вызывать. Стекачева. Ну уже, давай. Итак, пиши реакцию. Ну, Стекачева, чего же ты хочешь? А я хочу перемирия. А я хочу перемирия. Спортивный вид. Да я знаю. Давай физкультуру усилим.
занимаюсь. Заглянем в спортзал на большой перемене. Пугали. Учителя твердили, не сдадим. Судьбы мы вызов принимали. ЕГЭ у нас ведь впереди. Thank you.
классных руководителей. Простите нас. I don't wanna talk,
about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged. О самых близких в мире людях, о тех, кто помогал расти. И помогал еще во многом будет. Незримо следуют родители за нами. И в радости. И в радости. И в час, когда пришла беда. Вы нас простите, милые родные. У нас ведь кроме вас дороже нет людей. Как говорится, дети, радость жизни, а вы для нас опора в мире. И в заключение мы хотим сказать спасибо школьной маме. Вы нам тепло свое дарили, жалели, знали в этом суть. Как солнышко везде светили, искали с нами верный путь. А помните, когда впервые мы в кабинет родной вошли, и вы встречали нас улыбкой, и развлекали, как могли. Но годы шли, а мы взрослели, летели дни. И вот весна стоит на этой школьной сцене, прощаясь с вами навсегда. Сказать бы нам хотелось много, так много, что не описать. Достойны вы любого слова, но мы хотим лишь пожелать здоровья крепкого, удачи, волшебных радостных идей, чтобы новый день других был краше и не терялся среди теней. Живите счастливо и долго, да не скучайте вы без нас. Благодарим за все сегодня, вы лучшее у нас. Писать им документ, но когда ты
наверное, учителя готовили сюрприз. Сейчас.
сейчас пойдем со школьного крылечка. Нежнецкую мечту возьмем с собой навечно. Школьная парта сведет эти брата, взгляд на соседку и мечту украдой. Здесь мы учились, влюблялись и ручились, о чем-то смеялись, о чем-то грустили. Белая сирень на маршу, словно птица. Последний школьный день, он должен учиться. А мы сейчас сойдем со школьного крылья. Нежнецкую мечту с собой навечно. Вот и закончен урок наш последний. Все, что учили, возьмем без сомнений. Новую жизнь с тобою так просто. Детство училось, и ты стала взрослой. Белая сирень на марше, словно птица. Последний школьный день нас, он должен не учиться. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Нежнецкую мечту возьмем с собой навечно. Последний день нас,